Потенциальная энергия деформируемого лука равна 30 джоуль. Смотри рисунок. Какую работу совершит лук при переходе в недеформируемое состояние? Для начала запишем дано. Потенциальная энергия равна 30 джоуль. Конечная потенциальная энергия равна 0. Найти работу А. А неизвестно. В данном случае изменение потенциальной энергии лука равна совершенной работе. То есть работа А равняется Е потенциальная минус Е потенциальная конечная. Подставим сюда наше значение, найдем результат. Тогда работа А равняется начальной потенциальной энергии, это 30 джоуль. Конечная 0. Посчитав, получаем 30 джоуль. Запишем ответ. Работа А равняется 30 джоуль. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить большие пальцы вверх.